Организовали вечер памяти друзья и коллеги Гульжаны Гумаровой, актеры Казахского драматического театра и артисты областной филармонии. Вспомнить солистку также пришли родственники и поклонники. Начался вечер с романса «Не пробуждай воспоминания». Остальные композиции, посвященные солистке, звучали от друзей музыкантов и коллег. Для нее музыка – это что-то возвышенное, это что-то недосягаемое. Она так старалась, чтобы вот как дойти до самой высокой точки. Хотела, все схватывала на лету. Очень старалась. И это заниматься музыкой, особенно классической, это было такое недосягаемое для нее. Но ее старание это просто не передать. Родилась Гульжайна Гумарова в Западно-Казахстанской области, в поселке Каратубе. В 2010 году девушка окончила Институт искусства и культуры при Западно-Казахстанском госуниверситете. Годы ее учебы были отмечены именной стипендией Нурсултана Назарбаева, а также победами на вокальном олимпе Казахстана, многочисленных фестивалях и конкурсах. Она была очень общительной. И первый раз наше знакомство это произошло в Казахском драматическом театре. Вот тогда после нашей игры она подошла к нам и была рада настолько. И после этого мы с ней начали общаться. И вот ребята стоят. Все знают ее как любитель театра. Она никогда не оставляла. Все новые репертуары она всегда была с нами, да, поддерживала и была с нами. Она каждым годом менялась в хорошую сторону. Я каждым годом, когда ее видел, не узнавал. Я каждый год с ней знакомился заново. Потому что она быстро росла и в душе, и в творчестве. С сентября 2011 года Гульжайна Гумарова была солисткой Кустанайской областной филармонии. За время работы в областной филармонии она зарекомендовала себя как профессиональный исполнитель, обладающий голосом широкого диапазона, красивым по тембру и звучанию, технически совершенным во всех регистрах вокального диапазона. Единственный сольный концерт Гульжайны Гумаровой «Романтика романса» стал первым и последним. Смотришь, она поет на сцене. Сегодня, если поет от души, завтра она не повторяется, по-другому поет. Потому что человек творческий, она постоянно ищет что-то. Она на сцене вообще другая человек. Гульжайна Гумарова погибла в результате аварии ровно год назад. Ей было 26. Дмитрий Гуренко и Софья Чернова, РТН.